Трям, здравствуйте. Вы просили, мы решили снять. Да. 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 Про Икея в Нижнем Новгороде. И судя по внешнему виду, вы понимаете, что мы продолжаем снимать серию обзоров, не уезжая. Сейчас мы будем рассказывать про линейку Тисси Даль. Мы сейчас в отделе гардеробов, потом переместимся в спальни к комодам и еще покажем двери к паксам. То есть это целая серия, из которой вы можете в принципе собрать свою супер красивую спальню. Шкаф платяной Тисси Даль, двухстворчатый, с двумя ручками, выдвижным ящиком и зеркалами. Очень-очень, он мне безумно напоминает шкаф коричневого цвета на Урале у бабушки. Она его называла гардероб. И там лежала всякая всячина. Вот примерно такой же шкафчик был. Только вместо зеркал там были всякие открыточки. 30 тысяч рублей. Цена. Размер 88x58x208. Цвет белый. Давай разбираться. ДВП акриловая краска. ДСП ДВП акриловая краска. ДСП и стекло. Единственное, что ножки из массива березы. Два зеркальных полотна. Кстати, с кушеткой Хэмлис будет тоже неплохо данная линейка сочетаться, если, например, вы не хотите кровать брать. Открываем. Здесь ничем не закрыто, хотя можно было бы. Обычные петельки. Штанга. Интересное, кстати, решение для штанги. Такое же решение я, по-моему, у Хэмлиса, по-моему. Если мне не сменяет память. Да. Я еще что-то помню. Уже радует. Полка. Раз. Ну, условно, два. Полку можно отрегулировать, чуть повыше поднять. Эстетически красивая задняя стенка, хотя, в принципе, ну, чисто только для эстетики. И ящичек. И ящичек. И вот такой довольно-таки глубокий ящик. А, так, шкаф у нас 88x58, ящик примерно 80x50. То есть подушка 50x70 и одеялка вполне сюда уместится. Ходит мягко. Ручки идут в комплекте. Ну, при желании их, соответственно, можно заменить. Ножки. Ну, в принципе, про него больше сказать нечего. Кстати, сразу хочу отметить, зацепить ваше внимание на чем. Вот по Тисси Далю за 10 лет работы с Икеей, уже почти 11, брака не было. Ни разу. Ни по кроватям, ни по шкафам, ни по комодам. А надо на склад подойти и посмотреть, кто делает. Да? Явно не русские и не украинцы. Запомни, 12:33. Съемку закончим на складе, покажем, кто производитель. Да. Пойдем в комоды. Так, комоды Тисси Даль. У нас их три. Я взяла шпаргалку, они на самом деле все здесь и представлены. Так, причем они получаются у нас с разными ручками. Значит, давай разбираться. Комод Тисси Даль 127x81, 6 ящиков. Ну, Татьяна, по-моему, ну... Ну, Дима, вот дома. Вы что, по-другому, что ли, будешь выдергивать? Будешь вот так вот... Аккуратненько. Угу. У кого есть дети, аккуратность несостыкуема. 26 тысяч без рубля. 127x81. Так, глубина ящика внутри 38, максимальная нагрузка на ящик 7 сантиметров, ширина ящика внутри 53, глубина 49. Кстати, часто берут, если в спальню под ТВ вместо тумбочки, чтобы стиль был с кроватью и шкафчиком. Также производителю мы скажем вам попозже. Ну, мы кто сделал? Весь Тисси Даль пробежимся. Так, значит, еще есть Тисси Даль 87x76. Здесь получается 4 ящика. А, вот они. Два малышарика, кстати, удобно. Кого-то спрятали. А вот посередине палаточки нет металлической тайны. Где? Вообще нету. Фига востенька для дорогого комода. Есть большая вероятность, что будет провалить. Здесь вероятность провала. Хотя максимальная нагрузка указана, но сейчас я вот здесь с обезьяничаю. Нет, Дима, он очень крепко в пазах сидит. Если нагрузку не превышать, то нормально будет. Угу. Ход плавненький. Так, это у нас 87x76, а глубина 54. Максимальная нагрузка ящика 11 килограмм, но я думаю, у большого, у маленьких все-таки поменьше. Угу. Так, раз комод, два комод. И три комод.
комод с ящиками Тисидаль, 4 ящика на ножках. Кстати, не сказала, предыдущие все на ножках. В принципе, линейка вся, что комоды, что шкаф, они все одного стиля, ножки полностью одинаковые. 4 ящика, все с плавным входом. 67 на 102, глубина 49, составы все то же самое. Пойдем искать тумбочку и пойдем искать кровать. Так, по Тисидаль осталось всего 3 предмета. Тумбочка, кровать и пойдем к паксам. Дима, иди сюда. Тумба прикроватная, но, сами видите, да, ножка здесь совершенно другой формы. Не та лаконичная тисидалевская, а просто прямая, хотя бы присутствует выпил. Вот этим она мне не особо нравится. Выдвижной ящик. То же самое, что у комодов со стопором. 7000 рублей. 51 на 40. Высота 59 сантиметров. В принципе, кровать им удобна. Но ножки немного вот выбивают из общей концепции. Сама кровать Тисидаль, кстати, она сейчас идет по акции, цена ниже. То есть раньше ценник на нее был гораздо выше. Имейте это в виду. А кровать с высоким массивным изголовьем. Вообще ассоциативный ряд у данных кроватей, как будто она сделана вручную за счет всех вот этих выпилов, вырезов и трубочек. Значит, основной материал у нас массив бука, акриловая краска, это стержни. Боковины из ножей ДВП акриловая краска, изголовье ДВП массив бука. То есть ДВП, ну, плюс добавлен бук. За такие деньги логично. Почему кровать смотрится такой огромадно высокой? А здесь все просто. Помимо обычного матраса, сюда добавлен еще и тонкий матрас. Значит, здесь у нас хакасен сам априори высокий, плюс еще тусой. То есть два матраса дают вот такую высоту. Ну, как бы это такое, как я говорю, высотища бабушкиной кровати. Раз. Два. Речное дно здесь ланцет в комбинации. Можно его, в принципе, скомплектовать любым, даже самым бюджетным. Регулировка речного дна есть на одну позицию. В принципе, кроме эстетизма, больше никакой нагрузки кровать не несет. Просто массив бока, красивые изящные ножки. Ее берут тогда, когда хотят спальню сделать в таком стиле Прованс, более классическую. Ну, нравятся людям такие вот, да, массивные, красивые кровати. А, кстати, размеры 1,60 м? 1,68 м, да, 1,80 м. Два размера сейчас. И вот такие ящики, которые, в принципе, никак не относятся к данной линейке, но в сочетании с ручками вполне лаконично будут смотреться. Ящик Варда за 3000. Пойдем к Максу. И вот, та-там, еще и двери Тисидаль. Кстати, из дверей Тисидаль, если вы ставите пакс в гостиную, либо в зал, в какую-то проходную комнату, можно сделать очень красивые стеллажи. Вот они, дверки. Кстати, детально можно посмотреть в обзорах с паксом. Тагирович? Давайте в зеркальные особенности дверки покажем. Вот они, выпилы. Грани. Да. Как мы настолько стоим. Стараемся как-нибудь ее детально сделать. Интересненько. Не то, что как смотрится. Я не особо давно делала консультацию по подбору мебели клиентки. Кстати, кто не помнит, у нас есть такая услуга, когда вы сами не знаете, что вы хотите, и вам нужна помощь, чтобы мы скажем за вас. Да. Нет, мы поможем, мы не просто скажем, что вам нужно, мы поможем, подскажем, нарисуем и так далее. Вот так делали в зале, то есть целую линейку стеллажей, края были два шкафа по метру во всю стену, а здесь были стеллажи под книги. Очень красиво получилось. Добавлю. Эта грань будет хорошо играть, когда будет внутри подсветка. Изнутри, когда будет свет идти, эти грани будут хорошо переливаться. Вот это... Не успеешь, да? Давай-ка под углом. Подожди, ты слишком сильно закрываешь, потому что там датчик давления стоит. Вот. Ну ладно, поверьте нам на слово. Вот эти Тисидалю показали все. Друзья, кто пользуется данной линейкой? Вот у наших клиентов за 10 лет с лишним ни разу не возникла проблема. А Тисидаль на очень давно в ассортименте. У кого были какие-то нюансы по Тисидаль, пожалуйста, напишите, расскажите. Это очень важно, это ценно. А давайте вместе, да, наполнять наш канал ценной полезной информацией. Нам с Дмитрием Юрьевичем осталось дойти до склада и посмотреть, где же... Да кто же это все делает так качественно? Что? Нареканий никаких нет. Что ценник соответствует качеству. Побежали на склад? Да. Что они сделали для контента? Ноги стерты, но мы нашли. Тисидаль, чешская.
республика. Братья чехи, вам респект. Идеально. Не придраться. Так, как надо. Дмитрий Юрьевич, ловите фокус. Кстати, мы поняли, да? Камеру же мы нашу. Вы помните, когда у нас весной камера сдохла? На эту вы нам помогали, а небольшую часть остальные покупали с семейного бюджета. И мы поняли о том, что YouTube требует еще большего качества. У нас теперь следующая цель. Камера около 200, Дим, стоит следующая, чтобы фокус держала. Боди 150 тысяч. Что боди такое? Ты думаешь, понял, что ты сказал? Цифровая фотокамера без объектива. Просто боди называется. А объективы? От 70 тысяч. То есть 70, минимум 2 объектива. Ну, говорю, по 200 тысяч надо. Да. Это, ну, мы постепенно растем, не сразу. Я это говорю. Когда говорят, что вы на Ютубе зарабатываете, друзья, Ютуб за 3 года, он приносит доход, но он же забирает в расход. Да, сразу же. Так что, кто решил играть в YouTube по-серьезному, нацеливайтесь и ставьте долгосрочные планы. Только тогда. А кто бы ни говорил, для нас это творчество. Это творчество, да. Потому что, когда ты идешь все-таки на работу, которая... У нас есть два вида бизнеса, вы знаете. У нас есть доставка IKEA, которая, благо, сейчас функционирует практически на автомате, там есть сотрудники. У нас есть наша душа с Siberian Wellness. Кстати, мы опять сбегаем. Скоро у нас конгресс. Потом мы планируем либо в Калининград, либо в сторону Сочи. Еще пока неизвестно, планы не скорректированы. Но я думаю, это видео уже выйдет позже, когда мы уже вернемся. Вы посмотрите влог с наших поездок. Вот, к чему, друзья? Мы такие вот, какие есть. Мы никогда не скрываем ничего, не приукрашиваем, не преуменьшаем. Вот делимся, как есть. Просто недавно прилетел вопрос, и в директ здесь, в Ютубе. Ой, да чего вы на Ютубе денег столько можете заработать? Ребята, можно, но не сразу. И учитывайте, пожалуйста, вложения. Потому что поэтому, ну, никак по-другому не получится у вас снимать на телефон, монтировать на этом же телефоне, и, там, я не знаю, ну, без техники просто нереально. Я не знаю, к чему мне сейчас эта мысль выпала, но вот само собой как-то вышло. Все? Да. Да? Да. Все, пока.